Это хостел называется Fire Island. Очень красивая, яркая, желто-золотистая, с очень-очень красивыми бордово-розовыми ножками, черешками, вазообразной формы роста. Она среднего размера, куст достигает 35 сантиметров в высоту, 50 в ширину. Листья у нее желто-золотистые в середине сезона, в начале сезона желто-салатовые. Они светящиеся. Форма листьев более округлая, чем у большинства хост. Форма куста всегда очень красивая, он выглядит очень аккуратным, он не разваливается никогда. У него еще красивые, такого же цвета бордово-розового, черешки, на которых цветоносы. Они потом красиво очень из вот этой золотой листвы наверх торчат, красиво смотрятся. Хост это разрастается быстро, и за счет своей вот этой золотистой окраски она прекрасно смотрится на солнечном месте посадки. В тени она будет более салатовая, не очень интересная, а на солнце она будет прям сверкать и блестеть своим золотистым цветом. Теперь эту хосту Fire Island мы снимаем не на солнце, а солнце зашло за тучи, чтобы было понятно, как она выглядит в такую пасмурную погоду. Мне, конечно, больше нравится ее золотистое состояние на солнце, но вот мой муж все время говорил, что все бликует, листья не желтые, а белые, все ужасно, надо снимать в пасмурную погоду. Ну, пасмурную, конечно, легче снимать, но не те оттенки, которые вот для нее присущи, такие красивые, золотисто-желтые, обалденные. Ну, смотрите, хоста хорошая, разрастается быстро и очень красивая.